Реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» уже почувствовали на себе белореченцы. В рамках данной программы на городских улицах проводилась реконструкция пешеходных переходов и остановочных павильонов, после чего они стали доступны и удобны для маломобильных граждан. Тактильная плитка, снижение тротуарных бордюров появились практически на всех городских перекрестках. В этом году было оборудовано 108 переходов, установлено 5 остановочных павильонов с местами для инвалидов и пандусами на общегородских автобусных маршрутах. Общая сумма выполненных работ составила 2 миллиона 600 тысяч рублей. Из них процент краевого софинансирования составил более 80%. Белореченское городское поселение и в дальнейшем планирует участвовать в программе «Доступная среда». А это значит, передвигаться по родному городу инвалидам станет комфортнее.